Есть события, мимо которых мы проходим, не замечая. Для нас ведь главнее масштабность, так что ли? Но вот он, альтернативный вариант события, на которое стоит заострить внимание. Ибо количество посетителей магазина «Антикризисный», распахнувшего свои двери 22 октября в домашнем очаге, привлекло внимание горожан количеством не меньших, чем состоявшееся через 3 дня открытие метро. Да потому что это все звенья одной цепи. В городе, вконец оборзевшим своими ценами, появляются бюджетные продавцы. «Антикризисный» представляет, к примеру, товары повседневного спроса. Недорогую и доступную одежду, обувь и постельную. Кстати, в день открытия особое внимание было детям. Здесь бесплатно раздавались подарки. Но нам было интересно узнать, что же произойдет, когда смолкнут фанфары. Я понимаю, что молодая мамаша уже, наверное, столкнулась с тем, что наши бизнесмены зарабатывают на детях, правильно? Какие цены своеобразные, да? Нутрилончик там. Да. Есть такое, да? То есть, чтобы не экономить, можно вот здесь, в «Антикризисном», покупать вещи для такого малыша? Конечно, можно. Мимо ехали. Да, зайти, посмотреть. Увидели магазин. Время убить. Вы цены посмотрели уже? Да нет, мы только вот зашли, буквально 5 минут, как мы здесь еще вот прицениваемся, приглядываемся. Вот выбор у вас ставит? Ну, даже нормально. Не знаю. В принципе, так-то недорого, вроде бы джинсы такие. Надо еще посмотреть, как только вроде бы зашли. Нет, экономить на одежде не надо. Я думаю, что проще лучше вещь взять, и на лучше хватит, правильно? Но хорошая хозяйка навсегда определит. Сначала хорошую вещь, а на следующий месяц питанием заменит. Так что все нормально, я думаю. То есть вот здесь открылся этот магазин, это удобно для вас? Нам, да. Мы здесь уже 15 лет живем. Вот сегодня пришли первый раз. Нижнее белье красивое, нам нравится детское. Вот перчатки смотрим, косметички. Ну вот у вас последнее белье, выбор хороший. Я думаю, что здесь товар пойдет. Аккуратно, самое главное, что здесь чисто, мне нравится. Аккуратно, хозяйка что сразу? Видит порядочек. Вот это приятно смотреть на полочках. Смотрите, как красиво все здесь, и по цвету. Ну, по деньгам, я думаю, что это приемлемо. То есть нет, наверное, необходимости теперь на базар идти, там мерзнуть, да? Я думаю, да. Здесь и цены поменьше. Вот я сравниваю, вот у нас магазин «Матильда», потом дочь, где у нас там еще магазин поближе, там подороже. Вот мы даже сейчас сравнили кошельки, там два раза как бы цены больше, здесь и меньше. Я думаю, что здесь народ пойдет. И я тут был, мед, пиво пил. Точнее, не мед и пиво пил, я здесь работал, то есть вел открытие. И результат налицо. Горожане соскучились по нормальным, грамотным и доступным ценам. «Антикризисный» на Грязнова — это, конечно, хорошо. Теперь «Антикризисных» 2. Здесь, на пересечении проспекта Ленина и улицы Труда. Проспект Ленина, 156. Домашний очаг. Сегодня и сейчас «Антикризисный» стал доступнее для жителей Орджоникидзевского района.